Кит Роджер. О, ебать, это фильм типа? Да, это мальчишка, да, сорок шлему. Тебя все убирают, тебе на свой флему. О, аж нихуя нотки взял такие. Факта странно, так ничего не справится. Сами кто может аркать. Бля, охуенно, кстати, нравится. Я потерялся. Надеюсь, у Хеса будет кусок про то, что он козу ебал. Вот мечтаю. Ну почему, блять, ну ебать, ну что, других песен у меня нет, что ли, блять? Ты на мой канал вообще пробовал заходить, нахуй? Там столько песен других, блядь. Пожалуйста, блядь, вот, куча песен. Нахуй ты одно и то же вставляешь? Сколько можно, блядь? Сколько можно, да. Ну ладно. Я ебал козу. Я ебал козу. Я ебал козу. Я ебал козу. Я знаю, почему я ебал. Я ебал. Просто наваливаю вкус. Просто как это читается, чувак, это вкусно. Ой. Ой, мама пришла. Я понимаю, туз, чтобы никогда не поздно собрать себе склад людей разного возраста, разного сорта, медиа, гигантов, и один из, это далеко не так. А ты тут откуда взялся, блядь? А, Богдан тоже, ебать. Блядь, ну нахуй эти фотки вставляете, блядь? Есть, кстати, в мире всего два вопроса очень важных. Первое, как появилась вселенная? Второе, когда в Stream Inside откроют комменты? Я заметил лично для себя, что мне Stream Inside вообще без комментов не интересен, блядь. Я так этому удивился, типа, я всегда думал, да похуй там хуйню пишут, типа. Но без комментов вообще неинтересно паблик читать, вообще, блядь. Типа, я понимаю, почему закрыли, потому что, блин, там многие, ну, чуваки ругаются на почве нынешних событий. Но сам факт. Жалко, без комментов не то, совсем не то. Я не Канин Дэйс. Ребят, Сири, спасибо большое, Серёза. Ставка, ты чего не спля, хуя, вообще не Канин заебёт. Блять, у всех свои приоритеты. Ну, бля, ладно. Спасибо большое, Серёза, Рэйд.